Всем привет, я снова в зале, все как обычно. Сегодня у меня будет силовые упражнения от 4 до 7. Не знаю, сколько успею сделать, но постараюсь, конечно, сделать все 7. Перед этим это, конечно, будет разминка, скакалка 3 по 3, пластины 3 по 3 и в конце пресс, тяжка и, конечно, мостик. Качаем дальше шею. Хорошо, тогда поехали, не будем тратить время. С разминкой я закончил, перехожу к скакалке, 3 по 3 минуты, все как обычно, и буду двигаться дальше тогда. Хорошо, со скакалкой закончил, перехожу к бою с тенью, 3 раунда по 3 минуты. Буду дальше экспериментировать со своим теннисным мячом. Первый раунд отработаю 2 минуты под локтем, минуту свободно, следующий раунд наоборот. На этой стороне то же самое, 2 минуты работаю и минута свободно. Третий раунд поставлю медбол в центр и буду весь раунд двигаться вокруг него, но уже работая свободно. Хорошо, тогда не буду тратить время и все наглядно покажу. Поехали! Отлично, свои экспериментальные бой с тенью я закончил, а пока какие-то выводы делать рано, но буду надеяться, что в дальнейшем это все мне поможет. Хорошо, тогда перехожу уже к работе, к основной, с медболом. Первое упражнение буду делать с каждой стороны по 10 бросков. Вес мяча 5 кг. Тогда не буду тратить время, поехали.
Итак, упражнение закончил. Всего их получилось у меня 6. Я сразу скажу, что за технику я очень сомневаюсь в своем. Возможно, это было связано с тем, что я взял слишком тяжелый мяч, хотя я и так взял 5 килограмм, но выполнять было очень тяжело. Очень тяжело держать этот баланс, когда бросаешь эти мячи. Самое тяжелое из упражнений, это которое было, когда я кидал его из-за головы. Но прям совсем было тяжело. Возможно, в следующий раз я возьму просто 3-килограммовый мяч и буду уже делать конкретно больше на технику. Хорошо, тогда сейчас перехожу к прессу. 3 упражнения по 25 повторений. 3 подхода. И да, забыл сказать, что сделал я 2 круга этих упражнений. Хорошо, и потом тогда мостик и растяжка. Поехали. Итак, тренировку на этом я заканчиваю. Сегодня она получилась не сильно качественной, но лично для меня очень полезной и очень интересной, с перспективой на будущее. Тогда всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за вашу поддержку, я ее очень ценю. И тогда до скорых встреч в зале. Пока!